Тверское муниципальное предприятие «Зеленстрой» активизировало работы по озеленению городских территорий. В этом году планируется высадить более 3000 квадратных метров цветников. На набережной Волги специалистами муниципального предприятия традиционно обустроена надпись из цветов «Мы любим Тверь». В ближайшее время такие же работы будут проведены на набережной Афанасия Никитина, улице Пичугина, проспекте Ленина, площади Мира и на других общественных зонах в каждом районе столицы Верхневолжья. Кроме того, возле балюстрады у кинотеатра «Звезда» высадят 2 цветника круглой формы. Также в этом году новые вертикальные конструкции на Трехсвятской улице украсят пеларгонии.